Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в растения против зомби. Приключения, уровень 4, миссия 6. Не забываем, сейчас у нас ночь и туман, что меня очень сильно раздражает. Так, что это у нас тут за хорек еще? Кто ты такой, а? Кто ты? Землекоп? Блин, наверное, сильный чувак. Ну что же, поехали. У нас туман, как всегда, здесь будет, да? Ну что же. Вода, туман, все. Все самое лучшее и все для Рея, как говорится. Ну что, давай возьмем, наверное, гипногриб, как обычно, да? Возьмем с вами спорогриб. Возьмем подсолнухи, не буду я брать эти солнцегрибы маленькие. Дальше мы с тобой возьмем, наверное, высокий орех. Ветродуя. Мне кажется, стоит его взять, чтобы он сгонял этот туман. Хотя, может быть, нам лучше взять куст фонарь. Возьмем с вами, наверное, морегриб. Или не надо морегриб брать? Вот что, надо нам или не надо? Вот кто мне скажет, как лучше? У меня всего две ячейки осталось, понимаешь? Мне это напрягает. Можно взять морозный горох. А зачем мне дали вот этого вот, а? Сиамский горохострел, для чего? Нафиг он здесь нужен? Пока даже не могу предположить, для чего он здесь нужен. Так, двойной подсолнух. Требуется подсолнух. То есть еще дополнительную ячейку он будет у меня отнимать, да? Мне это совсем не нравится. Ладно, давай тогда мы с тобой возьмем, наверное, острый перец. Нет, я возьму колючки сюда и водоросли, да? Как думаешь, водоросли пригодятся нам? Или все-таки лучше взять перец? Или же мне стрелять нечем, поэтому какой к чертовой бабушке перец? Кактус нам нужен, потому что наверняка здесь будут эти охламоны, которые на воздушных шариках летают. И вот, как ты видишь, все самое интересное сразу начинается, потому что здесь туман. Здесь туман, естественно, я буду выставлять наших малышей, вот этих вот спорогриб, которые ничего не требуют. Будет себе спокойненько здесь стоять, а мы с вами будем вот так вот рассаживать их. Мне нужны подсолнухи. Да ладно, что серьезно, что ли, зомби пришли вот так вот сразу же с лету. Ой, солнышко, подсолнышек, дай мне, пожалуйста, энергии. Ты слишком долго тянешь резину. Дайте, говорю, энергию, а. Долго. На самом деле, очень долго приходится ждать. Слушай, не знаю, может быть, я немножечко даже лопухнулся в этом плане. Так, этого-то мы завалим без проблем, в принципе, да? Ну, бомбите этих зомбарей. Мне нужны подсолнухи. Их нужно здесь очень много. Все-таки, мне кажется, надо было брать солнцегриб. Хотя, может быть, все-таки выровняемся. Так, зомби идет. В два ряда, если я сделаю, мне кажется, это будет самое то. На воде нам нужны кувшинки. Угу. На воде нам нужны кувшинки. Давай выставим. Чем хорошо, когда у нас с вами много энергии? Я смогу выставить спорогриб. Ой, спорогриб, а гипногриб. И он может пойти в обратном направлении, соответственно, уничтожая всех на своем пути. И главное, чтобы сейчас не побежали сильные. Хотя уровень 4, миссия 6. Волна здесь будет всего лишь одна. Это меня уже успокаивает, если честно. Так, минус зомби. Теперь что нужно сделать? Теперь нам нужно защититься на воде. Не ровен час. Пойдет какая-нибудь супер волна. Я не знаю, может быть, даже кактусы поставить сюда на всякий случай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, кого мы видим? Мы видим, блин. Ага, все, нам повезло. Сейчас крупно причем повезло. Там еще один такой же ханорик идет. Подсолнухи, дайте, пожалуйста, мне энергии. Мне нужно выставить сюда орех большой. Ну, они, как всегда, видишь, они не хотят мне давать. Они специально все запарывают, как вот нарочно. Так, что мы с тобой дальше будем делать? Естественно, высаживаем еще один подсолнух. Я надеюсь, эти маленькие спорогрибы. Что это мне выпало? Режим пазлов открыт. Доступен из главного меню. Это хорошо. Это очень хорошо, это меня радует. Кто? Это кто? Друзья мои, а как?
Ты посмотри, что он делает. Ты посмотри, что он делает. Что он тут чудит. Так, ну давай, давай, давай. Спорогрипп, вот. А он его, наверное, со спины сожрет, скорее всего, да? А мы тогда с тобой вот так вот сделаем. Бам, бам, будем его бомбить. Так, слушай, пока бомбить, бомбить это одно. Смотри, он медленно идет. Но когда он ползет под землей, он уничтожает все, ребята, мои цветочки, которые стояли. Так что надо быть предельно начеку. И, кстати, нам надо будет сейчас, наверное, ветродуя призвать. Хотя бы посмотреть, что у нас там будет впереди. Я нифига не вижу из-за этого тумана войны, так скажем. Сдули. Вот, видишь? Вот видишь? Плывут. Чушки, плывут. Так, что нам нужно? Нам нужно с вами... Здесь я могу вот так вот сделать. Окей. А с этим как будем бороться? Наверное, вот так вот, да? Ладушки. Так, давай я сюда вот поставлю наш маленький подсолнух. Надеюсь, мы... Опять туман идет, а? Опять туман идет. Это не есть хорошо. Ну, что мы с ним? Справиться, что ли, никак не можем. Сдуваем этот туман к ядрене фени, он здесь не нужен. А приближается большая волна зомби. И вот здесь надо быть очень-очень быстрым. Последняя волна. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо. Это понятно, что мозги. Давай вот так вот мы с тобой сделаем. Смотри, что это делает, а? Уничтожит, да? Уничтожит, ребята, он мне кактус. К сожалению. А здесь мы с тобой вот так вот... Ой! Ой! Что же это такое? Молодцы, молодцы. Все у вас пока хорошо получается. Давай вот так вот сюда мы кактус поставим. Съедает бедный мой маленький подсолнух. Здесь у нас два спорогриба. Но я думаю, не справится с этим чудиком, который наверху у нас там в шлеме стоит. И вроде бы как мы справились с этой волной. Остается нам вот добить этого зомби. Хотя он за нас. Поэтому, какой он за нас? Он не за нас. Ух ты. Что это такое? Какая-то звездочка. Это не похоже на растение. Стреляет звездами в пяти направлениях. Ого. Это новое растение, друзья мои, оказывается. Я думал, что это какая-то просто звездочка, знаешь, украшение. Стреляет звездами в пяти направлениях. Ну, я, естественно, возьму его в пяти направлениях. Это разве плохо? Так, дальше мы с тобой возьмем, опять же, ветродуя. Где он у нас? Ветродуй. Возьмем подсолнухи. Кстати, подсолнухи вот эти вот, в принципе, неплохо себя проявили. Конечно, долго они раскочегариваются, но эффект есть. Возьмем с вами лист кувшинки. Возьмем также высокий орех. Наверное, нам понадобится кактус, наверное. Кто может вот этих вот зомби-землекопа видеть? Не знаю, возьмем с тобой... Тихо-тихо-тихо, не то, не то. А вот, гипногрипп, без него нам тоже как бы не очень хорошо здесь. И возьмем с тобой, наверное... Так, кактуса у меня нету, возьмем кактус. Ну и по идее, кого еще-то взять-то? Хм... Колючки, может быть, возьмем с тобой, а? Колючки-то мы возьмем, а кто нас будет бомбить? Конечно же, спорогрипп. Ну что, друзья мои, поехали. Ожесточенные у нас тут с вами битвы такие, да, происходят. Давай, поехали. По-моему, туман еще гуще стал, еще и как-то поближе к моей территории, или мне кажется? Кажется, да? Или все-таки так и есть? Не помню, если честно. Ладно. Тут две волны уже будут зомбарей, поэтому нам нужно как можно быстрее все это дело сейчас расставить. Я еще хочу посмотреть, что это у нас за... Кто? Звездоплод? Почему мои маленькие спорогрибы не бомбят? В чем проблема? Во, начал стрелять. Кстати, если будем выставлять здесь горохострелов, это тоже, кстати, будет хорошо, потому что они стреляют... И, как говорится, им пофиг, кто там впереди. Они будут бомбить даже через этот туман. Ну и, соответственно, наносить хорошие колоссальные повреждения. Вон, видишь, идет. Хорошо, что они медленные такие, неповоротливые, да?
Это нам на руку. Но все равно нужно, ребята, не забывать расстраивать здесь, как говорится, нашу защиту, нашу оборону. Грибочки. Пускай и маленькие, да, не спорю. Зато бесплатно, согласись. Это для нас самое то, что нужно. То, что они бесплатные. Мы можем с тобой даже в три ряда вот так вот воткнуть. На худой конец мы можем с вами в любую секунду их убрать. Да ведь? Так что все у нас пока тип-топ. Давай так сделаем. Сюда поставим кувшинку. В два ряда желательно ставить нам наши вот эти вот маленькие подсолнухи, чтобы иметь стабильный доход в виде солнечной энергии. Так, мы уже где-то стреляем. Где-то стреляем, но я пока не вижу, где и в кого. Ага, понял. Давай, наверное, мы вот сюда поставим еще грибочек с собой, да? И будем вот так вот делать. Надо еще две кувшиночки. Так, еще две кувшиночки. Так, вот этот ряд, ребят, я буду полностью сейчас заделывать своими подсолнухами. Или же... Слушай, давай-ка мы с тобой возьмем, знаешь, и накопим на вот эту вот звезду. Хотя бы проверим, как она... Ага, вот она как стреляет. Слушай, ну это неплохо. Я бы даже сказал, это очень хорошо. Правда, вот как-то не в нужном немножко месте она стоит. Дайте мне, пожалуйста, вот эту вот штуку. Я хочу просто посмотреть. Ага, идет, идет. Охламон. Давай сюда вот посадим. Ну, мы его уничтожим, потому что тут очень много спор грибов. И они его, как видишь, разбомбили довольно быстро и шустро. Так, мы с тобой ставим вот сюда вот кувшинки. На этих кувшинках мы уже будем выставлять... Туман ползет. На эти кувшинки мы с тобой будем выставлять... Чем будем выставлять? Ну, естественно, какие-нибудь... Да иди ты! Сдует он мне, задувает... Оу, оу, оу! Так, ну, сюда я поставлю гипногриб. Сюда. А вот сюда вот что мне влепить? Вот сюда вот что... Как-то звезды, они летят... А, ну видишь, они летят не по прямой, друзья мои. Они летят вот... По таким вот... По такой траектории. Не очень для меня удобно, если честно. Эй, погоди, 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 погоди. Ёлки-палки, блин. Засмотрелся, засиделся. Да ладно, неужели? Звездочка очень неплохо сработала здесь. Успела все-таки подбить. Туман этот бесявый. Сдуваем его, конечно же, нужно сдуть. Так, зомби у нас тут ползет. И надо копить уже, как говорится, деньги на то, чтобы... Деньги, почему деньги, когда здесь солнечная энергия? Ну, ребят, ну, понимаете, да, это уже по привычке. Во всех играх у нас валюта это деньги, поэтому я так и говорю. Так, подожди-ка. Нет, 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 нет. Вали-ка ты к ядрене фене. Он же сейчас... А, ничего не вижу. Угу. Сейчас взорвется, нет? Или мы его уничтожим? Так, сюда я поставлю, наверное, все-таки кактусенка. Пускай он тут будет бомбить. Бам, там взорвалось все к ядрене фене. Так, срочно мне нужна энергия. Срочно, говорю, энергия нужна. И выставим с тобой. Давай вот так вот сделаем. Уберем вот здесь вот. И поставим звездочку. Где? Где там с ведром идет? Внизу, вверху. Не вижу ни шиша. Хоть ты мне... Что тут делай? Где он там? Ну, давай, 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 давай. Под гипноз его. Под гипноз. Пускай бежит. Нет, 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 нет. Только не на воде. Только на воде тебе тут и не хватало мне. Охламон. Срочно кувшинку. Срочно мне кувшинку. Так, а кого я тут поставлю? Звездочку я поставлю, да? Да как ты быстро, туман, надвигаешься? Почему ты так быстро? Я еще толком ничего не успел сделать. Он уже затмевает мне все. Ой, какой он жесткий, ты посмотри. Так, сюда нам нужно с тобой поставить еще один стена орех. Естественно, гигантский. Вот так. Ну и так, так, подожди-ка. Идет с ведром. Идет с ведром чувачок.
Гипногрипп нам в помощь. Вот так вот. Кстати, скоро пойдет еще одна очередная крупная волна. Крупная волна — это вам, друзья мои, не шуточки. Так, давай-ка мы сдуем это все. Не хочу я тут, как говорится, в неведении находиться. Слушай, а вот этот вот чувачок плох. В плане, почему плох? Потому что у меня ни гипногриба нету, да? Есть орех. Блин, а он его прошел. Он его прошел. Как ты думаешь, мы сможем его? Да, должны, в принципе, одолеть. Мы его здесь и одолеем. Для нас это не проблема. И побольше, друзья мои, выставлять звездочек. Мне кажется, звездочки все-таки будут получше. Они бьют в разные стороны. Так, туман уберем. Вот так. Идут, опять же, с ведром. На голове зомбарь, да? Сюда вот я поставлю, наверное, орех. Так, шарманщик бежит. Шарманщик — это плохо. А если я вот так вот сделаю? Дуй обратно. Дуй туда, откуда пришел. Охламонище. Монетку, спасибо за монеточку. И опять же мы с тобой сдувать будем всю эту ерунду. Спора гриппа — это, конечно, все хорошо. Мне будет еще денег бы побольше, да, чтобы я мог что-нибудь себе хорошенькое, классное купить, приобрести. Вот это было бы для меня счастье. Звездочка моя. Нет, звезды, посмотри, в разные стороны бомбят. Шикарно, мне нравится. Да, стоят недешево, но они превосходные. Они бомбят не только по прямой, да, еще и в разные стороны, где на разных линиях у нас идут зомби. На-ка. Получил. Вот и беги отсюда. Нам, кстати, осталось-то всего лишь пройти 3 миссии. И мы с вами перейдем, наверное, уже опять на дневной свет. А то мне как-то в этой темноте немножко грустно играть. Так, приближается волна. Все, готовы, да, друзья мои? Выставляем наши орехи. Наши орехи. Так, шарманщик там бежит. О-о-о-о-о-о. Началось, началось. Развлекуха. Давай-давай, бомбим. Со всех, как говорится, щелей. Опа. Ты смотри, явился, не запылился здесь. Да блин. Давай-ка мы его немножечко с тобой на свою сторону, да, переманим. И нужно здесь сдуть. Ё-просто, тихо, родные. Чё-то у вас тут уж чересчур много. Это, смотри, идет, давит, а. Идет просто и давит все на своем пути. Ну, ешь, гриб. Вот так вот тебе. Так, погоди-ка секунду, а тут-то у нас, смотри, не есть гуд, если ты хочешь знать. Видишь? Опять этот туман. Ну, серьезно, он меня достал. А что звезды не бомбят, я не понял. Звезды, вам что, особое приглашение нужно или что? В чем проблема-то? Стоят, понимаешь ли, прохлаждаются. Кактус, давай, вжаривай этому чудику, который у нас тут с ведром на голове. Блин, мне кажется, знаешь, как проще сделать? Накопить на гипногрипп, да? И вот так вот сделать, смотри. Пускай этот орех даже если и съест. Мы сейчас с тобой еще посмотрим, что у нас тут творится. Этот такой медленный. Под землей он очень быстро двигается. Но на поверхности он медлительный, я не знаю, самой медленной улитки в мире или черепахи. Долго, парень, ты ешь. Так, что это нам выпало такое? 125 солнечной энергии стоит. Какая-то, ну, тыква. Только недоделанная, точнее, переделанная. Защищает растения в пределах своей оболочки. В плане. То есть опа-на. А вот это мне не нравится. Тут уже появляется зомби-попрыгун. Слушай, он, наверное, может перепрыгивать наши высокие орехи. Да? Защищает растения в пределах своей оболочки. Не могу врубиться. Ладно, возьмем, проверим.
Так, у нас опять с вами туман войны здесь будет, да? Значит, мы с тобой возьмем спорогрипп. Возьмем также солнцегрипп, может быть, взять все-таки. Солнцегрипп или... Слушай, ну мне устраивают, в принципе, подсолнухи. Возьмем с тобой гипногрипп. Обязательно также нам понадобится, наверное, орех. Морегрипп. Нет, не то. Так, давай подумаем хорошенько. Горохострела взять или же... Или же... Звездоплод. Давай звездоплода возьмем сюда. И, наверное, кувшинку, да? Без кувшинки нам тут тоже, естественно, делать будет нечего. То есть, получается, у меня из атакующих только лишь спорогрипп и звездочка. Все. Этот просто завораживает. Я не знаю, что тыква защищает. Как она защищает, эта тыква? Ладно, пока не проверим, ребята, ничего мы с вами не узнаем. Поехали. Ну, конечно, вот этот вот на попрыгунках меня раздражает. Уже заранее раздражает, хоть я и не знаю, что он делает. Но он, мне кажется, будет перепрыгивать через мои растения. Его нужно будет как-то подлавливать. Да, зомби пришли. Это я в курсе. Здесь, опять же, всего одна волна будет. Всего одна волна. Так... Ну давайте, подсолнухи, вырабатывайте энергию. Вы же понимаете, что мне без энергии, ну никак, край. Так, стреляем, уже стреляем, это хорошо. Уже потихонечку бомбим. Выставляем, наверное, с тобой в два ряда. Да, наши вот эти вот спорогрибы будут стоять. А, я же хотел посмотреть, что делает вот это вот тыква. Блин, ну на нее тратить 125 энергии как-то вот, честно говоря, меня обламывает пока. Давай вот так вот сделаем. Это первоначальная самая идет у нас оборона, да? Из четырех. На воде, кстати, такую же нужно делать. Если мы хотим с вами... Так, иду, да, ползут. Раз, два, три. Еще три подсолнуха, чтобы хотя бы нам с вами заклепать первый ряд. Так, там зомби идет, я вижу. Я его увидел. Так, давай сюда. Блин. Ну ничего, мы с вами поставим вот эти вот тыквы, а потом уже будем спокойненько с вами смотреть, что же все-таки это за тыква. Что она дает за защиту? Дополнительную или как там она была написана? В своем радиусе. Что-то такое, да? Так, ну что, выставляем с тобой кувшинки вот здесь вот. И на этих кувшинках уже у нас будут стоять спорогрибы. Так, не дошел. Окей. Угу, солнышки, солнышки, давайте быстрее мне солнечной энергии как можно больше. Как можно больше. Так, спорогриб. Точнее, не спорогриб, а гипногриб у нас уже доступен. Дай-ка я сдую, посмотрю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, друзья. А вот этого я очень сильно боялся. Я не знаю, что он делает, как он тут будет. Он, наверное, будет давить мне растение. Или что он делает? Что? Блин. Он просто перепрыгивает. А как мне его... Подожди, а как же мне его тогда... контрить-то? Ну, вот так вот, друзья мои. Надо смотреть нафиг в оба здесь. Короче, он перепрыгивает через все растения. И как вариант, я думаю, что здесь нам поможет. Короче, смотрите, что делает тыква. То есть мы с вами сажаем растения прямо вот в тыкве. И они чувствуют себя как бы защищенными. Ну, я надеюсь на это. Значит так, по воде вряд ли они будут прыгать вот эти вот на попрыгунках. Но не забывай, что здесь у нас с тобой уже нету газонокосилки. А если нет газонокосилки, это плохо. Это будет очень плохо. Что там? Мозги. Мозги, мозги, да, мозги. Так, что у нас там?
Блин, вот плохо, когда ничего не видишь, да? Что там? Вот, видишь? Вот тебе и мозги. Где орех? Мне нужен орех. Вот так вот. Слушай, а он же когда прыгал, мы по нему попадали или нет? Я вот как-то на это не обратил внимания, если честно. В общем, нам нужно с вами орехи выставлять здесь. Не надо мне со своим туманом здесь, отвали. Так, волна очередная, да? Так, хорошо, предположим, гипногрипп у меня, если что, есть. Вот он, ребята, давай-ка проверим, проверим, сможет ли его гипногрипп на нашу сторону переманить. Да ладно! Ага. Только лишь вот так вот, если его собьешь. Блин, друзья мои, что тут происходит, что тут творится? Я ничего не вижу. Ай, они уже едят. Они уже едят растения, друзья мои. Гипногрипп, срочно. Да где ж ты там, вот он. Ой-ой-ой, что тут происходит. Блин, давай сдуем. Увидеть я должен. Фу, я, кажется, пережил. Я, кажется, пережил эту волну. Смотри, прикольно. Они очень долго жуют эту тыкву. И мой маленький спорогрипп очень хорошо их атакует. Найс, я не ожидал. Оу, ха-ха. Это у нас растение-магнит, которое снимает с зомбарей ихнюю дополнительную защиту. Типа там эти ведра, да? Снимает зомби шлемы и другие металлические предметы. Но, в принципе, эта штука хорошая тоже. О, тут будут шарики, тут будут... Так, смотри, короче, мы берем с тобой... Как его звать? Магнитогрипп. Снимает зомби шлемы и другие металлические предметы. Хорошо. Также нам нужен здесь будет кактус. Давай-ка мы с тобой, наверное, вот так вот попробуем. Я, ребят, не знаю, что это будет. Ну, попытаться... подожди-ка, у нас тут горохомет. И, например, требуется... А, скорострел. Ну давай, мы проверим, что это будет у нас выходить. Также я возьму сюда кувшинку. И... Блин, высокий орех нужно брать. Нужно брать, друзья мои. Погнали, поехали. Ух, сейчас будет... Блин, а я не взял этого, да? Друзья мои, я не взял с вами ветродуя, который сможет сдуть весь этот туман. Вот это я лопухнулся. Вот это я... Я теперь не буду видеть, что там будет происходить. Ты понимаешь? Ладно, ну попробуем вот так вот пройти с тобой. Попытаться пройти. Две волны здесь будет. Зомби пришли уже. О, друзья мои, тут переигрывать надо. Знаешь почему? Потому что я не взял спора грибы. А без них тут делать нечего. Понимаешь, да? Смотри, вот эти вот ребята-то мне нужны. Потому что пока мы тут с тобой будем, вот эти вот подсолнухи, пока будет энергия у нас выдаваться, кто будет защищать? Никто. Так что... Ой, блин. И хочется, и колется, и знаешь, и не получится, мне кажется, у нас. Ну, я попытаюсь. Так, и тыкву возьмем. Ну, в принципе, вот такая... Ага, ага. Хм. А без этого-то ореха мне делать нечего. Ладно, поехали, у меня аж горло пересохло. Дайте-ка кофеечку хлебну. Хм. Ну, давай. Давай, наверное, оставим так, да? Все. Ничего больше мы с тобой менять не будем. У нас есть кувшинки, у нас есть спорогрипп, гипногрипп. И этого, я думаю, что будет достаточно. Так, сразу же выставляем грибочки вот эти маленькие, да? Они ничего не стоят, поэтому... В наших интересах как можно быстрее и больше их здесь понаставить. Тыкву я не взял, вот. Что я сейчас только вспомнил. А вместо чего убрать тыкву? Понимаешь? Не на что менять. Зато зомби уже пришли. Уже орут вовсю. Я так понимаю, что они где-то... Мы их не видим пока еще, да? Да, мои спорогрибы стоят, даже не шелохнутся. Даже не шелохнуться. Так, секунду. Понизу идем, да, здесь?
Окей, сейчас мы его бомбанем. Здесь я поставлю еще рядочек из наших подсолнухов. Ячейка, вот не хватает ребятам мне ячейки. Была бы, мы бы с вами могли бы тут, ну, хорошо разжиться, да? А так, видишь, ущемлены мы в наших желаниях, и поэтому нам приходится вот так вот довольствоваться тем, что есть. Даже не то, что есть, а то, что дают нам. Так, давай две кувшинки влепим. Так, не забываем, что здесь у нас будут попрыгунки, да? Также у нас здесь будут на шариках. Ё-моё, я про них совсем забыл. На шариках. Я больше уверен, что они будут у нас где-то вот тут вот летать. Ветродуя бы надо бы использовать, хотя бы глянуть, что там происходит у нас. Так, я вот сюда, наверное, кувшинку воткну одну. Грибочек, вставай. Энергия идет, и это очень хорошо. Вот здесь вот будут у нас... Так, идет паршивец. Так, по второму ряду пошли. Копим с тобой, короче, на орех. Да? Или как? Там идет уже зомби с этим шлемом. Но я так понимаю, магнит вот на эту фигню не будет работать, да? Не будет, он не должен на это работать. Так, давай. Мы можем вот так вот его пока отвлечь, так скажем. Теперь, короче, нам нужны с вами... Мозги. Две кувшинки я ставлю вот здесь вот. Две кувшинки. Так, здесь поставим кактус. Опять этот туман, а? Сейчас волна пойдет, кстати. Ё-моё, я даже тут и не подготовился, скажем так. Что они там жрут уже? Что они там уже наяривают, скажите мне на милость. Так. Могу сдуть? Могу. Ага. Идет вот этот вот охламон. Идет у нас вот этот охламон. Опс, опс. Так, как тусенок начинает бомбить. Потихоньку бомбить. Этого уничтожим или нет? Ах, съел все-таки один грибок, а? Давай мы вот так с собой сделаем. И... Хочу сюда поставить кактус. Все, никак не могу. А почему сюда хочу кактус? Потому что если этот чувак на шарике полетит и упадет в воду, он, ребят, сразу тонет. Надеюсь, ты понял, да? Ну, сейчас пойдет волна. Сейчас пойдет волна, у меня здесь конь не валялся, ё-моё. Давай вот так вот сделаем. И нам нужно с вами стену орех выставлять. Куда ее ставить, пока ума не приложу? Куда ее ставить, а? Ну вот как-то вот так вот. Да блин, туман этот как вовремя, а? Как вовремя, я ни черта не вижу, что там происходит. Давай, сдувай эту всю ерунду. Сдувай эту всю ерунду. Так, я вижу, там очень много зомбарей идет. Где попрыгунчик, будет здесь или нет? Пока я никаких попрыгунчиков здесь в упор не вижу. Выставляем с тобой, наверное, вот здесь орех. Да, лети, смотри, в воду его. Бульк, и он утонул, все, ребята, вот почему я, в принципе, это и делал. Так, здесь мы с тобой поставим, наверное, гипногриб. Как ты меня раздражаешь, а? Серьезно тебе говорю. Так, здесь... Я хочу вот здесь вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка его сдуем. На шарике он тут прилетел мне. На большом вертолете, да? Так, погоди-ка. Выкапываем. И кактус выставляем, потому что, видишь, там летит. И он еще после этого начинает, ребята, естественно, нападать на нас. Вот такие вот пирожочки. Так, с этим-то мы, наверное, не справимся. Видишь, что тут у нас? А, погоди секунду, мы же можем... А, мы сбили с него уже броню. Тихо! Да блин!
Ну-ка, если я вот так вот поставлю, этот магнит сможет? Ага. Друзья мои, магнит, оказывается, отнимает вот эту вот попрыгульку. Жалко, конечно, что у нас сейчас опять же потратится одна... Опа, 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 пули. Так, ну тут не пролетит. Кактус, срочно нужен кактус. Так, подбиваем. А этот-то... Тихо. Блин, мне нужна... Ну, давай. Чуть-чуть не хватает. Сдуваем этого на шарике. Фу, повезло. Короче, смотри, мы с тобой можем... Так, здесь у нас пока все нормуль. Я буду, наверное, выставлять вот здесь магниты. Вот где-то здесь. Вот так вот. Ой-ой-ой. Потратил магнит на свою голову не там, где надо. Не вовремя. А, ты посмотри, что он делает, а. А, мы его все-таки подбиваем. Так, дай-ка мне. Что ты делаешь-то? Блин, еще сейчас волна побежит. Так, вот сделаем, да? Нам нужно что? Нам нужно с вами поставить вот здесь орех. Хотя, по идее, нужно и вот здесь тоже орех ставить. Так, туман мне здесь этот нафиг не нужен. Смотрим, ребята. Так, магнит. Магнит должен сработать, по идее. Вот тут и оно. Будет знать свое место. Плешивый. Так, дальше. А почему? Блин, бедный, бедный мой этот, а. Его съели, друзья мои. Да где, блин, и... Посмотри, что происходит. Давай так хотя бы сделаем. Короче, вот здесь вот мы с вами потеряем две газонокосилки. Да из-за этого тумана чертова, я ничего. Мне приходится, ребята, просто тратить энергию солнечную на этот туман противный, поганый, ты понимаешь? Ну да, тут потратили, да, понятно. Один все-таки выжил, да, умудрился. Ладно, сейчас его... Ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Друзья мои, по-моему, финиш. А знаешь, в чем финиш заключается? В том, что я вот этого не смогу подбить. Верно? Верно. И как мне быть? Кажется, я знаю как. Это нужно очень быстро сделать. Фу. Просто повезло чудом каким-то. Ой, друзья, ну и задание. Что нам там? Здравствуй, это твоя мама. Приходи ко мне за мясным рулетом. Дверь оставь открытой, а лужайку пустой. Любящая мама, не зомби. Ну да, конечно, а. Почему так быстро стемнело? Это не к добру. Ну, надеюсь, мы переживем эту ночь. Твою же маков... А чё такая темнота-то? Сажайся. Ага. Зашибись! Я ничего не вижу вообще. Так, подожди. Ага, вот так вот, да? А нафиг мне... Ну? Да... Чё, куда я делаю? Подожди, ага, вот, вот так вот мы с тобой. Блин. Я ничего не вижу, что там происходит, друзья. Звездочка, 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 гори. Куда? Чего тут ставить? Офигеть, они тут сделали миссию. Если я тут ничего не вижу. Ветродуй зачем-то потратил. Зачем я потратил ветродуй, вот скажи мне. Кувшинки выставляем. Так, кого там жрут? Вечно кого-то хрумкают. Звездочка, ты хоть что-нибудь там сделаешь или нет? В общем, вслепую. Игра вслепую называется, ребят. По-другому не назвать. Что происходит? Куда я что ставлю? Не знаю. Звезда.
по имени Солнце. Так, давай. Нет, этого я тратить не буду, пока я не вижу надобности. Как тусят, а пускай стоят. Куда влеплю, туда влеплю. Не обессудьте. По воде пока еще, слава богу, никто не идет. Но что-то там уже хрустят, жрут уже что-то. Уже что-то жрут. Кувшинка, куда тебя поставить? Ага, вижу, сюда вот можно. А магнитов пока не было. Нет, один был, да, в самом начале. И больше нету. Там один кактус у нас дерется против зомби в защите. Это бесполезно, ребят. Так, я сейчас солнышко поставлю куда. Ну, вот сюда вот я выставлю его. Конечно, ну, ага, магнит. Как раз магнитик сейчас его жить, да? Каску отнимет у него. И все будет у нас хорошо. Вот, видишь, шлемак отобрали. Так, они по воде пошли. А у меня на воде что? А у меня на воде все очень плохо. Все очень плохо, просто никого нет на воде. Вот что я тебе могу сказать. Блин, как тут? Придется просто кувшинки выставлять. А что делать, друзья мои? Блин, сейчас. Так, водяной, куда тебя влепить, водяной, а? Ну, покажите мне, пожалуйста, куда его влепить надо. Вот. Магнит. Магнит косметикс. Так, давай сюда вот поставим. Я не могу понять, зачем мне здесь столько ветродуев, если здесь нет тумана. Лучше бы они мне дали какую-то дополнительную подсветку, чтобы я мог видеть. Хотя, подожди, может быть, здесь пойдут чуваки на шариках. Полетят, точнее. Тогда, да, тогда они мне здесь понадобятся. Приближается большая волна зомби. Так, кактус, давай сюда, наверное, поставим. У нас где кактуса нету? По-моему, везде, да? Везде у нас кактусы есть. Так, давай вот так вот сделаем. Оу! Зомби там погнал. Так, подожди секунду, вот так вот. Я всю здесь заклепаю. Не знаю, куда я там что ставлю, но лишь бы стояло. Кактус, куда мы тебя влепим? Давай сюда поставим уже. На худой конец. Ё-моё, опять этот шахтер тупоголовый вышел. Ну, мы его, кстати, очень быстро раскрамсываем. Этого шахтера. Причем, а, он, видишь, он, наверное, был под землей, а мы его вытянули с помощью магнита. Да-да-да-да-да, с помощью магнита мы его оттуда, наверное, и вытянули. Офигеть уровень, да? Я играю, друзья мои, навскидку. Просто навскидку. Я не знаю, что тут делать. Шарманчик идет. Ёпарасоте. Ой-ой-ой, ты посмотри там. Там. Блин, все меньше и меньше света. Ты понимаешь, они дают мне. Я уже не вижу, что там происходит. Трындец. Ё-моё, там еще и на шариках. А, на шариках. Типа сдул, да? Типа. Еще будет волна. Еще жестче будет волна. Так, ну тут все хорошо, тут все замечательно. Дай-ка я этот кактус поставлю. О! На кувшинке в тыкве весь тут замаринованный, так скажем. Ну. Давай, 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 давай. Шарманщика этого. Накрыли. Опа, опачки. Замену. Замену. Блин, это, ребята, еще волна сейчас впереди будет. Что тут будет твориться, я ума не приложу. Ну-ка, посмотрим. Так, здесь надо вот так вот сделать. На всякий случай, может быть, сдуем кого-нибудь здесь, конечно, сдуем. Слышу только хруст. Хруст этих зомбарей. Жрут, что-то глотают там. Бедные мои растения. Поедают. Ну, приближается большая волна зомби. Ох. Иди ты.
пень. Куда что? Не вижу вообще ничего, ребят. Ну как так можно играть, когда ни хренашечки не видно? О. На 3 секунды, ну, как бы дают тебе просвет, да? Посмотреть. Слушай, ну я, по-моему, справился. Фух. Это что у нас такое? Это, по-моему, капусточка, если я ничего не путаю. Швыряет капусту во врагов. Да, друзья мои. Так, что такое? Ого, они нашли путь на твою крышу. Упорные эти зомби, чувак. Тебе нужно использовать капуста-пульты из-за наклона крыши. Помни это и не пропадешь. Мы на крыше деремся. Ё-моё, это что еще за чудило тут? Зомби на тарзанке. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы сегодня закруглимся, да, с видосиком. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно вернемся к ней и продолжим проходить дальше. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.